В Казахстане изменили правила предоставления микрокредитов онлайн. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, которым внесло изменения в правила. В частности, правила предоставления микрокредитов электронным способом изложены в новой редакции. Операции, связанные с предоставлением микрокредитов онлайн, осуществляются с использованием автоматизированной информационной системы в личном кабинете клиента, на интернет-ресурсе, мобильном приложении или терминалах организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность. Предусматривается, что микрофинансовая организация уведомляется уполномоченный орган до открытия интернет-ресурса, мобильного приложения или терминала, посредством которых осуществляется предоставление микрокредитов электронным способом за 10 рабочих дней. После регистрации клиента в личном кабинете последующий допуск клиента к личному кабинету осуществляется путем генерации или ввода паролей или с использованием не менее одного из аутентификационных признаков.